Так, всем еще раз привет, добрый вечер. Если вы присоединились только к нам сейчас, напоминаю, что вы находитесь на канале We Play Together, и мы стримим Ions Cup. У нас сейчас встречается команда Right Click Warriors против Гоша и его якоря. And for Anchors. Собственно, вот вы узнали мой уровень английского языка, а теперь перейдем, собственно, к самим командам. Кстати, напомню, что первую карту взяли Гошаны, да, там была полная доминация, но несмотря на это, райт-кликеры, у них были проблемы технического характера. Они приносят извинения всем своим поклонникам за это. Да, у них вылетел антимаг, причем с концами, им пришлось написать ГГВП, и первая карта со счетом 1-9 или 9-1, не знаю, ушла к Гошанам. Собственно, они победили. В банах у нас уже находится Скорб, Войд, Оракл и Мирана от команды Right Click Warriors, ОД, Тракса и Дазл вместе с Морфом от команды Якорей. Берется за Right Click Warriors, берется Invoker, Axe и Shadow Demon. Наверное, парни хотят показать, как все-таки надо играть на Invoker. Что-то не понравилось, может, команде Right Click Warriors, как играл Киото, может быть, хотят преподнести ему преподать пару уроков. А может, это просто в бане, то есть бан... Пул бана был слишком маленький и решили таким образом. Бывает, да, такое, когда забирают героя, чтобы враг его не забрал. Так, Гошаны берут у нас Фантом Ассасин, Бистмастер и Vengeful Spirit. То есть Бистмастер у нас в прошлой игре был за Right Clickers, и он там неплохие результаты показывал. В свою очередь Invoker тоже нормально раздавал за... Гошанов, это такой обмен героями. Посмотрим, что же выйдет, что же будет. Напоминаю, что у нас в нашей группе террор нижнее подчеркивание лиг проходит кубок. Собственно, вы его сейчас наблюдаете. Вот, он уже близится к концу, но у нас уже запланирован новый кубок. То есть, не, ну, фасткап. Да, такой небольшой. И вы можете уже зарегистрировать свои команды и попробовать свои силы. Дать кому-нибудь лещей, да. Показать свое превосходство, помощнить. Ну и все такое. Гошаны берут Луну. В прошлой игре я сказал, что не часто мы видим этого Керри в пике. То есть это будет Фантом Ассасин или Мид, или Роум. Да, потому что... Потому место и... Ну, Луна в хард как бы не пойдет, правильно? И Луна не пойдет. Огрмаг заходит от команды Right Click Warriors. Интересный пик. Интересный пик. Такой... Но мне почему-то пик уже, ну, как бы от райт-кликеров не нравится. Он какой-то откровенно слабый, да. Убейте инвокера, и все будет хорошо. Джаггернаут отправляется в бан. Кого же забанят у нас райт-кликеры? Я даже сам не знаю, кого тут можно забанить. Какого-нибудь лидера. Чена они банят. Ну, это... Как это назвать? Бан отчаяния, то есть, я не знаю, Чена. Ну, может быть, может быть. Типа, чтобы их быстро не спушили. Урса от Right Click Warrior. Вот это уже на что-то пик похож, да. Уже с этим фузи-вузи можно воевать, да, кому-то там череп проломить, кому-то коленную чашечку выгрызть. Узи-вузи, одним словом. Напоминаю, что у нас чат живой.
Да, можете что-нибудь спрашивать, я вам обязательно отвечу, если вас что-то интересует. Шторм Спирит у нас заходит от команды. Гашанов. Собственно, то, что я и говорил, Нидер. Повылетали у нас опять кликеры. Так, мы видим все, что пишут команды. Давайте пока что быстренько представлю команды. Джош у нас играет на Бистмастере. RRQ у нас играет, это тот, который был за Мипа, играет теперь за Луну. FTP у нас играет на Vengeful Spirit. J11, собственно, Огр, который всем давал указания в прошлой игре, играет у нас за Phantom Assassin. И Киото у нас мид. Да, еще раз извиняется капитан команды Райт-кликеров. Вообще показывают свою анманерность якоря. То есть парень извинился перед командой противника за то, что игра была не очень. Он извинился перед своими, скажем так, перед своими зрителями, перед своими фанатами. Так, что у нас здесь? Роуг играет на Энвокере. 72-й у нас играет на Shadow Demon. Вонки, Акс, Ластер у нас Огр и Жаран у нас на Урсе. Посмотрим. Посмотрим. Надеюсь, игра будет намного зрелищнее, да, чем прошлая. То есть там все в одну калитку шло. Команды готовы. Отжимается пауза. Я пока что пытаюсь заскринить пики команд. Тут у нас уже земляки нашлись. Возможны в сезонные перестановки. Так, тут у нас вся команда райт-кликеров идет на нижнюю руну. Они мигают уже второй раз Аксу, что ты супостат. Ты можешь пойти со всей командой, которая вышла, выдвинулась в смоках? Сейчас у нас что-то интересненькое будет. У меня, блин, там не заскриненная игра. Да? Вот такая вот фигня. Заходит команда на Рошана. Прикалываются. Но эти прикольчики могут плохо закончиться. Акс таунтит четверых сразу. Не могут разобраться парни, кого же одного им контролить. Сейчас быстрее умрет Акс от троих героев, чем кто-нибудь из прошлой другой команды. Да, First Blood делается на Аксе, убирает Венга. Sunstrike это отличный от Роуга. Также тут пытается Луна забрать у нас Shadow Демона. У нее это не получается. Венга уже возвращается, готова она станет, но никого не станет, потому что у нее Wave of Terror прокачанный. Конечно же, надо первый взять Wave of Terror. Какой там стан? Кому он нужен? Я не заметил, когда там взялся, собственно, этот Wave of Terror. Таким образом, у нас счет 1-2. 467 голды себе взяли команда Right Click Warriors. Сразу же они показали, что настроены серьезно.
Так, я тут немножечко туплю, потому что мне надо сделать инскрин. Прошу прощения у всех. Так, возвращаемся к нашим игрищам. Уходит у нас Бестмастер в лес. Правильно, наверное, делает, как показали пару последних игр. Акс тут один стоит, но пока что неплохо он справляется с этим. Кстати, тут полная доминация Урсы на топе. Отводы у нас не делаются. Странно, как вот эти вот... Ну, ничего тут странного на самом деле нету. Почему два рейнджевика проигрывают Аксу, да? С какой там рейндж у Луны? И какой рейндж, собственно? Ну, побольше, конечно, у Венги. Но вот взять, например, этого парня, у него реально в два раза больше. Ну, потому что это Акс. Так, что у нас здесь? Выход на мид на инвокера, и его убивают. То есть ромище фантомка себя оправдала. Так, ну у нее есть оппонент тут неплохой, Фузи-Вузи. Кстати, несмотря на то, что Акс, да, здесь нормально так давит своих противников, крипов у Луны, собственно, 13. Она ничем не проигрывает Фузи-Вузи. Так, тут выход на Акса. Акс боится, пытается убежать. Но Венга опять не берет стан. Надо таких наказывать, я считаю. Зарплатой, пенсией. Так, тут уже все Бестмастер так настакал, что сам не рад. Фейзы появляются у медведя. Так, ответный ганг будет в мид. Что-то Огр призадумался. Так, нет, идет Огр. Стан пошел. Болт снэп. Поджигают шторма. Шторм пытается себя деревом спрятать, но у него это не получается, и он умирает. То есть, ну, у него получается, получилось спрятать, да? Надо было даже посмотреть. Интересно было, насколько он себя хорошо спрятал. Но ему все равно это не помогло. Потому что у нас есть Cold Snap. Выход на Акса. До сих пор без стана. То есть ваур выкачивается в Венга. Чтобы, собственно, давить лайн. Так, Марта тем временем уже 5-й уровень. То есть она стоит... По сути, как в харде там пытается. Так, выход опять на Роуга. Сразу же идут сейф ТП, но это уже не поможет. Хотя еще могут попробовать забрать тут. Нет, сейчас еще и Огр отъедет. Так, сдохнет, не сдохнет. Не сдыхает у нас фантомочка. Второй телепорт был почему-то отменен от кого-то. Это может быть был даже Акс, которому сбили. Нет, скорее Shadow Demon, да, у него на КД. Показывают, что давайте принимать шторма. Но шторм уже 6-й, вы его никак не примете. Вы должны были это прочекать. Так, а где она умерла? Ага, отдалась нейтралам. Нет, инвокер. Инвокер, друг мой. Нет, по-моему, не записывается, да, вверх. Сколько тут смертей? Да, 4 смерти, 3 убийства. Не записалась она. Кстати, параллельно у нас проходит матч Take AST против From Love. Умирает тут Акс. Тут был сейф ТП. Какой-то не тайминговый у нас Sand Strike. Умирает тем временем тут у нас от Урсы
Бистмастер, который решил, что хватит ему фармить леса, пора уже что-то и показать. Ну, собственно, Бист, а Урса у нас зверь, и Бистмастер хотел приручить медведька. У него не получилось. Так, Акс что-то быкует, вообще непонятно. На что получает, собственно, игра через ауру себя оправдывает. 73 плюс 46. Выход тоже выход на мид. Принимает у нас фантомочку. Она отлично отблинкивается, но все равно догорает. Там и колд снэпы были, и все остальное. Бистмастер собирается и возвращается в лес. Собирается силами, вернулся в лес. Доказать этим нейтралам, что он что-то еще может, что Мишка ему не указ. Да? Так. Тут обузят у нас бутылочку. Марты полно всего в паке. Она не может это никак реализовать. Все валяется у нее то в банке, то на полу. Или в банке на полу даже. Пуды у меня включены, я доволен. 4-5 счет у нас. Так вот, я напоминаю, что если команда якорей сейчас побеждает, а FromLove проигрывает или получает ничью, то команда якорей выходит на второе место. Так же точно, как выходит у нас сейчас райт-кликеры на нижнюю линию убивать. Промахивается берсом Акс, но это не поможет никак Луне. Тоже идет погоня за Венгой, и Санстрайк добивает. Собственно, Роук, скажем так, не дает. Как это сказать по-хорошему? Роук дает понять, что он тоже умеет играть на инвокере, да, что он не хуже Киота. Может быть, даже в чем-то лучше. Не знаю, посмотрим. Интересно было бы посмотреть дуэль на инвокерах с... между этими двумя парнями. Инвокер у нас приобретает Мидас. Тут то, что настакал Бистмастер, у нас пытается забрать Киото, все тот же, про которого мы ведем речь. Не уходят с нижней линии райт-кликера, они видят, что тут прилетела Венга. Она себе так интересно проломала телепортом дорогу, да? И может, собственно, тут передвигаться. Уходит она от двух таких пацанов, которые хотели ей поднавалить. Причем это довольно-таки смешно. Они хотели размансовать, ждать, подловить, собственно, Венгу. Не ожидали они, что она выйдет сама. Так что тут Санстрайк будет, Санстрайк уже есть. Мигают, что вот-вот, чувак, сейчас будет Санстрайк. Нет, не дает Санстрайк. Дает, наконец-то, Санстрайк инвокер, но он был слишком вперед. Слишком, уже очень слишком. Даже если бы не останавливался, мне кажется, там Бистмастер, он бы не успел добежать. Так, вылет у нас на Роуга. Он понимает, Шторм, что как бы ничего ему там не поймать, потому что есть тот же самый. Так, Акса забирает нас тем временем, а тут пытается принять Шторма. Да, по нему неплохо работает Болтснеп, и он умирает. Прибыковал немножечко у нас Пиота. Был самоуверенным слишком. Блинкер покупает Турса. Наверное, он должен в ближайшее время выходить на Роша. Но он... Ему тут, в принципе, никто не мешает на топе. Он чувствует себя как... Не знаю, как сказать. Как Винни-Пух у себя... У кролика дома. У себя, у кролика дома. Я напоминаю, что чат у нас живой, вы можете нам писать. Также у нас проходит новый, еще один регистрация на еще один Fast Cup. У нас в группе Террор нижнее подчеркивание Лиг. И если вы хотите показать свою мощь того, как вы можете выходить из игры, то милости просим, регистрируйтесь на нашем турнире и унижайте себя, унижайте своих тиммейтов. Кого хотите, того унижайте. Выход у нас на Бистмастера, который имеет уже 6 уровень. Тут один дагер дается по Аксу. И он понимает, что он уже здесь не боец. Луна разрушает тем временем нижнюю башню. Пытается забрать Акса. Акс неплохо агрит.
Так, так, что же будет? Акс промахивается ультой, но все равно Шторм погибает. Могут также тут забрать, да, Бестмастера забирают. Забирает его вышка, добивает. Фантом Ассасин занимается своей любимой игрой, раскидывая даггеры. Молясь на прокрита. У нас уже тут три раза погиб Киото. Он не верил в то, что Роук может играть нормально на инвокере. И этим, собственно... И платит этими тремя смертями, да? Выход на низ. Урса прибегает, но Урсы не так много маны. Я даже не знаю, куда он прибегает. Рефрешит ему ману Огр Маг. Еще у Шадоу Демона ее нет. У Шадоу Демона даже нет и ульты. Инвокер покупает себе тревела. Теперь он как Аллах на тревелах. Или как там говорится. Говорится. Так, Урса идет на Роша, просит кого-то помочь. Или просто мигает. Пацаны, зацените, я его сейчас убью. Так. Вардов, кстати, нету от команды Гашанов. Сейчас может Урса подстрять. Видит его в инга, выходит, дает стан. Но это было все сделано в ульт. Забирают Аегис Урса. Тут... Погибает Венга. Урса, Шторм у нас с без маны, но с хастой. И благодаря этому он убегает. А то мог и он, бедняга, отъехать. Так, тут у нас пуш идет на верхней линии. Ждет фантомка своего звездного часа. Интересно, ее видно или не видно? Ее не видно. Когда у Акса будет... Даггер, все будут радоваться. Так, тут стакается неплохо крипы. Собирается команда рейд-кликеров забрать медовую башню. Влетает сразу же Урса. Его никто из команды не поддерживает. Хотят забрать эту башню. Башня отходит инвокеру. Единственное, Огр преследует. Так, у нас тут Акс умирает. Видать, от ульты и луны, да? Да, раскастованная луна. Это... Подзалип здесь ластер. Урса приостанавливает игру. И пишет, что у него лаг. Я надеюсь, он не сделает так же точно, как в прошлой игре сделал антимаг, которого сейчас повесили на хардовика. Вылетел у нас инвокер. Но как-то большая мискоммуникация с командой. Да, потому что он достаточно далеко отбежал. Он мог не отбегать, наверное. Да, да, он фуловый, собственно. Он даже с медасиком. Задержка может быть в чате не только у... У нас в чате на Твиче, да. Но также задержка может быть какая-то... Я не знаю, каким магическим образом у нас произошла задержка. Наверное, просто вылетел. У него отрубился интернет. Больше я не вижу. Тут... причин, почему убежал инвокер и не было нажато заранее паузы. Неплохая, неплохая игра. Да, я надеялся на парней, они меня не подводят. Собственно, сбивает немножечко спесь команда Right Click Warriors с Гашанов. Да, они думали, что на одной ноге заберут эту карту, но парни показывают, что они могут, что они все-таки... Ну, были какие-то проблемы, да, на первой карте, и случайно вылетел антимаг, собственно, у них, да, хотя счет был 9-1, не в их пользу, уже в доте. Я напоминаю, что задержки у нас на команду на одну игру 10 минут, то есть паузы. Ну, бывает всякое у парней. Инвокер уже в игре, но как бы я так понимаю, что все равно он сейчас будет коннектиться там или к скайпу, или к TeamSpeak, что там ребята юзают. Кстати, вообще предпочтительно юзать какой-нибудь TeamSpeak, там что там еще, Ventrilo есть, да, потому что ну слишком много ресурсов жрет сраный скупе. Слишком он много ресурсов жрет. Это неоправданно, мне кажется. Вот это вот вся реклама. Все вот эти вот прикольчики.
Можете писать нам в чат, мы читаем чат. Сейчас пока свернусь, посмотрю, что у нас. Тейкос берет первую карту, а это означает, что у команды Гашанов все шансы. Так, мне тут советуют по стриму. Я буду знать. Так вот, у Гашанов все шансы выйти на второе место, если они берут сейчас вин. Если они сейчас ничья у них, то я не знаю, как здесь точно считаются очки, да? По-моему, у Гашанов у них ни одного луза. Но есть ничьи. При этом в футболе как? Там у кого больше лузов, или если команды проводили очные встречи, и у них лузы между друг, ну, как-то лузы. То есть у одной команды луз перед другой, то та команда, которая выиграла, она стоит выше, собственно. Ну тут же мы не оцениваем, да, убитых, не убитых. Но, потому что, я помню, тут была какая-то у кого-то игра, там за 50 фрагов у одной только команды было. 50, Карл, я не знаю, это просто, наверное, каждый там, каждую минуту кто-то дох. Я не помню, сколько они точно играли, возможно, даже в районе 40 минут. Но реально, каждую минуту кто-то дох. Даже руны появляются медленней. Так, мы помним время, которое забирает команду на паузы. Посмотрим, что у нас по нетворсу, да, то есть тут видно, что неплохо себе Урса набил. Луна только начала стакать себе кемп. У нее это получается не очень. Боже. По нетворсам у нас Урса и Инвокер на первом месте. Дальше 4 игрока от команды Якорей. Так, я тут попросил. Надо написать, парни, что я выношу им предупреждение. Потому что у нас запрещено матюкаться, да. Вот. Это вплоть может быть до того, что мы запишем техлуз. Как бы это ни звучало, да, парни. Должны понимать, что все-таки у нас это, блин, не двор какой-то, да?
Сейчас я поговорю с судейской бригадой. Так, вылетает у нас теперь Урса. У нас дальше продолжается парад каких-то матов, матерных слов, я не знаю, от команды якорей, что может привести к техлузу. Влетает у нас также инвокер. Так, реконнектится у нас инвокер. Парни играют, конечно, с огнем, в том плане, что они сейчас там на туалет и тратят время. Вот. Отжимается пауза от Урса. У нас вообще происходит какое-то миссандерстендинг между командами. Не могут решить, кто куда, что. Теперь паузу берут команда якорей. Ну, вот эти, блин, у них первая игра была быстрее, чем пауза.
Не знаю, что вам рассказать. Могу рассказать о том, что у нас в группе проходит набор на следующий Fast Cup. Да, вы можете попробовать там свои силы. Также у нас идет в группе розыгрыш дизайнерских баннерочков, пеннантов, как хотите так называйте. Для своей собственной команды вы можете запросить какой-нибудь логотип. Также у нас просто замечательная группа, замечательный канал. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Свои пожелания какие-нибудь. Я думаю, что вы не пожалеете. Если посетите нашу группу, если подпишетесь на мой канал. Напоминаю, что у нас проходит эта встреча в рамках Ions Cup. Парни очень разговорчивые у нас. Я думаю, все-таки против гашанов мы применим какие-нибудь санкции. По крайней мере, в моей игре. У них еще игр много. Шторм Спирит берет рунку. Так, тут выход на инвокера, который слишком как-то беспечно себя чувствует. Причем это происходит все без вардов. Он наконец-то понял, что что-то там не то, но может быть поздно. Уходит в Ghost Walk и был таков. Он молодец, стянул всю команду практически. Да чё, практически всю команду якорей и чуть не убил бестмастера одними фаржами. Тем временем команда кликеров собирается себе забрать нижнюю вышку. Тир 2 это уже, напоминаю. В ответ команда якорей собирается забрать верхнюю вышку. Кто же будет быстрее в этом принципиальном противостоянии? Тут даже глиф почему-то не проюзался. Так, что-то все плохо тут у парней. Несмотря на ауры. Забирается вторая вышка. У вас есть телепорты? Нет, у Луны нету телепорта. Она может как бы остаться. Понимает, что надо пора уходить, потому что тут уже парни зашли на хайграунд. И Луна уже бежит со всех ног. В 2016-м не иметь телепорта, это реально сила. Сила. Сносится тир-3 вышка. Парни пытаются добить казармы мечников. Уходит у нас Акс, пытается себе блинкерочек дофармить. Сносится у нас казармы мечников. Акс получает себе свой блинкер. Так, тут выход. Дается ульт бестмастера, сбивается Аегис с Урсы. Умирает у нас бестмастер, умирает инвокер, умирает у нас Shadow Demon. Должен умирать тут, сейчас умирает Огр Маг. Зато Акс с блинком. Так, Урса тут пытается показать, что один в поле воин, но один в поле не воин. Минус 4 делает команда якорей, но лайн потерян. Дизоль приобретает себе морта, это может быть поворотным артефактом. У нас, мы видим, уже некра есть на бестмастере, и скоро они будут второго уровня. Акс редиска, папа. Возвращает себе, делает такой камбэк по экспе с 3000 команда якорей. И немножечко по голде еще не видно, что именно, как именно. Так, сносится башня на миде. Сейчас будет выход Вакса. Нет, решают отойти парни. Видят уже Урсу, да, тут все есть в принципе. Тут, кстати, неплохой вард на ХГ, но... Он такой себе прохладненький, потому что, мне кажется, он исчезнет до того момента, как команда якорей соберется туда пойти.
У Луны у нас уже есть Dragonlance. Забирает она свои стаки, немногочисленные, скажем так. Так. Что тут у кого тут? Инвокер хочет принять Шторм Спирита. У него это не получается. Как бы он сам тут не отъехал. У Шторм Спирита нет ТТП. Мне кажется, это якоря у них такая фишка, типа, ну, без ТП. Смотрите, зато сразу у Луны два телепорта появляются. Ему, наверное, там свои настреляли, типа, чувак. Так не делается. Так не делается, чувак. Уже второй рецепт вторых некров у Бисмастера, но летит там какой-то в секрет шоп. Курица. Так, Акс, Берс. Прячет Шадоу Демон. Прямо из-под Санстрайка спрятал. Молодец. Еще один стан. Прыгает Урса. Отличный расслаб был. Умирает у нас Фантом Ассасин. Перебуковала она немножечко. Так, тут Акс прыгает на Бестмастера. Выкупается у нас Марта. Сейчас должен отъезжать у нас... Кто у нас сейчас отъезжает? Никто пока что не отъезжает. Прессуют тут немножечко всех по чуть-чуть. Так, Луна дает свой ульт, ни в кого не попадает практически, там буквально по одному биму. Огр выживет, не выживет, Луна убивает Шадоу Демона. На развороте пытаются воевать рейд-кликеры. Умирает Инвокер, умирает Огр. Умирает у нас Урса. И дабл-килл от Фантом Ассасин. Тем временем у нас крипы посносили все унитазы снизу и продолжают пушить. Минус 5 делает команда райт-кликеров. Как делает? Отправляются все в пятером в таверну. Вот так и делает. Счет уже 16-14. Луна выходит по нетворсу на первое время. На первое место. На первое время. Жесть просто какая-то. Что-то я начал подмерзать. Команда кликеров жалуется на проблемы с интернетом. Но это нас не должно волновать, потому что как бы 2016 на дворе. Юзаются смоки, и сейчас команда Riot кликеров должна что-то делать. Рошана еще нету. Рошана еще очень много времени. Долгий Рошан, еще 2 минуты. Нету, нету, парни, не можете идти. Так, стоит тут Сокол. Могут встретить сейчас Бестмастер, но почему-то команда не идет ни в ту сторону. Вообще, как так можно было? Я не знаю, от Инвокера, у которого, кстати, Аганим, БКБ на Урсе. Как-то странно мансует Бестмастер. Сам подставляется, ловит фаржи, ловит поджог, стан... таверну. Опять отправляется у нас Бистмастер. Но это может у него так тактика такая. То есть отправляется в таверну. Все в принципе ждут. Да, обычно там инициация от Бистмастера первого. Когда он юзает Primal Roar. Да. И сразу же как бы начинает месить этот таргет. Но в этом случае у нас он отправляется в таверну уже второй раз. Потом выходит со спины, юзает Primal Roar. Да, собственно, когда уже никто не ожидает. И давят, давят, парни. Так, опять как-то разбрелась команда райт-кликеров. Что-то они любят расходиться, когда, ну, очень важно, когда очень важно стоять на одной стороне. Ставится Огром вот тут вот вард. Хотя можно было поставить вот здесь. Непонятно, вот здесь как бы стоит. Не знаю, зачем ставил. Так, манта у нас приобретается на Луне. Бестмастер готов давать свой Primal Roar. Так, тут все разбегаются от шторма. Шторм видит Инвокера, ловит его сразу же. Не уйдет здесь у нас Инвокер. Это загулял у нас вообще какая-то мискоммуникация реально с командой. Может здесь приехать еще и Огр, и он приезжает. Урса хватает инвиз. Странно как-то вообще было. Рисуют друг другу парни, что... Блин, возвращается. Венга возвращается на базу, потому что, ну, там, как бы подпушивают базу. Так, Урса, Урса.
Скрытный медведь. Кого же он готов убивать? Я думаю, что это должна быть какая-нибудь луна. Вот сейчас особенно. Вот сейчас. Давай. Давай, братиш. Ну, Primal Roar там. Так. Прыгает на Акса. Акс, Акс. Акс у нас умирает. Primal Roar у нас юзается по Shadow Demon. Раскастовывается луна. Так, тут сзади прыгает у нас Урса. Но что-то он как-то... Overpower только сейчас юзает. Как бы от него все отбегают. Промахивается инвокер с санстрайком. Как-то странно, Урса запрыгнул. На себя отманивает врагов. Бистмастер промахивается. Вылетает у нас фантомка, умирает у нас кто? Ага, Бистмастер разрушает там башню. У нас минус один, как бы, но он на базе, то есть ничего такого странного, страшного нету. Кстати, неплохо тут Бистмастер со своими ребятами проковырял. У нас, кстати, умер Шторм. Так вот, он проковырял, собственно говоря, казарму рейнджевиков. Показывают парни, что пора делать отводы. Отвод не делается, потому что у нас, собственно, блок. Фантомка играет, хотя она не в игре. То есть вылетел человек, который ею управлял. Огр себе собирает на Аганим. Я бы на его месте сделал что-нибудь немножечко другое. Какую-нибудь, скажем так, какие-нибудь ветра, да? Какие-нибудь... Клоаку какую-нибудь. Глиммеринскейп. А не той Клоаки, что вы подумали. У нас появляется Рош. У нас прыгает сразу туда. Урсевич, он, по-моему, прыгнул тогда, когда еще был... Нет. Нет, странно. Мне показалось, что там был Орель. Возможно, он там и был. Скорее всего, он там и был. Летит еще один Орель. Так. Мигает, что здесь где-то... собственно... Шторм Спирит. Шторм Спирит... Забирает Аегис. Вообще как-то странно было. Так, тут пошел раскаст. Раскаст. Умирает инвокер. Умирает у нас Огр. Умирает у нас, теряет Аегис Шторм Спирит. Умирает Шадоу Демон. Выкупается инвокер. Хочет влететь в драку обратно. Так, что здесь? Прилетает у нас инвокер. Убивает он Бистмастера. Но сейчас может за это отъехать. Потому что у нас Некра уже третьего уровня. Они его видят, они еще долго продержатся. Нету у Шторма уже маны. Но зато сейчас выйдут прямо на... Да, вышел прямо на инвокер на Венгу, которая сразу же сдала стан. Опять вылетает у нас фантомочка. Пушится здесь вышка. Вышка, лайн пушится. Покупает Шторм себе ветра. То есть, почему я говорю, что, в принципе, неплохо было бы иметь на Огре... то есть, следующие артефакты — это ветра, это Глиммеринскейп, да, спасать от того же Шторма, спасать от, спасаться самому от Луны, которая Луна, которая может раскастоваться, да, там, ушел на ветра. Все, привет. Привет пацанам сверху. Я Гагарин. Огр, кстати, замечательно покупает своему тиммейту, собственно, книжки Tome of Knowledge. На Луне появляется Аганим уже. Молодец, то есть отличная игра от Огр-мага в этом плане. То, что он понимает, что у него 1600 хп, а у Shadow Демона было на тот момент, наверное, 900, там что-то около 900. Вот, и... Tome of Knowledge ему реально зашел, и пурш второго левела, он реально поприятнее будет, да? То есть урон там 3 сотни будет. 3 сотни, пацаны, нормально. Парьтесь. Ну, Урса вообще очень глупо отдал свой Аегис, да? Там Шторм просто стоял, а Урса клацал дальше по Рошу. И получилось так, что Урса добил, да? А
Шторм забрал. Шторм ждал, пока упадет Фурса. Может быть, он также надеялся убить его, но... Но не получилось. 15 тысяч нетворса у нас уже на Луне. 12 на Урсе и 12 на Инвокере. Также к 12, как отметки в 12 тысяч подбирается Шторм Спирит. 9500 у нас на Фантомочке. По поводу экспы, 12 тысяч уже в плюсе у нас якоря. По золоту, скажем, 8, да? Я думаю, 8. Так, влетает у нас тут шторм на Урсу, и его сразу же сметают. Пытается отброситься инвокер, понимает, что тут где-то инвокер, и надо его принимать. Но инвокер уже улетает. Он был не тут, парни, он был не тут. Так, тут Луна одна вообще букует, ничего она не боится. Сейчас встретит двух саппортов. Раскастовывается Луна, ее сразу же прячут. Не себя прячет Shadow Demon, а... Не себя прячет Луна, а... Не себя прячет Shadow Demon, а прячет... Луну... То есть дает ей время, чтобы она раскастовалась спокойненько. Это был очень большой мисплей. Так, убивает тут шторм у нас уже Акса. И походу это будет ГГ, да? Счет 30 на 17. Акс ничего не показал в этой игре. Что у него там 2-9, собственно, да. Я не знаю, может быть, ну, как мы помним, Вонки в первой игре тоже вылетел. Он был на антимаге, из-за этого команде прайд-кликеров пришлось написать ГГ. Шторм влетает у нас. Праймал Роур в Урсу. Я думаю, что убьют тут всех. Выкупается у нас уже Урса, которого уже убили. Акс в таверне. Огр Маг в таверне. Бистмастер у нас в таверне, Урсу я думаю, что опять сейчас примут, как-то у нас странно юзает немножечко скиллы Урса, Жарен, потому что он клэпает, когда рядом никого нет, убивают второй раз Урсу, да, уже байбека никакого нету, скрита одного уходит у нас, Огр, это ушел у нас скрита, Shadow Demon, который сразу же выкупился, да, и умирает у нас, собственно, Акс, пишется ГГ ВП. Так, умирает здесь Вокер. Ну, надо сказать, райт-кликеры неплохо отыграли вторую игру. Да, я не знаю, что мы будем все-таки... Мы будем... Так, Ластер тоже у нас молодец. Засветился на стриме. За что мы ему впарим тоже репорт такой наш внутри стримовый. Сейчас небольшая аналитика, собственно, 37 на 18 побеждает команда Гашанов, и они отправляются на второе место. Я думал, что им второго места не видать после того, как они закинули, откровенно закинули начало игры, но, тем не менее, смогли навернуться, да, смогли найти силы. Вонки отыграл, что в первой, что во второй игре очень плохо. 2-10-3, то есть это не статистика Акса. Ну окей, у него будет там 2, ну никак не 3 ассиста. Отлично у нас, кстати, отыграла Марта. Ее выходы, то есть перемещение постоянно по лайнам, она постоянно получала опыт. Это была, ну, неплохая игра. 17 уровня роуминг у нас саппорт такой себе, который имеет Abyssal Blade, который имеет дезолятор. Да, но тем не менее она передвигалась постоянно на линии, она не фармила, у нее сколько добито крипов? 100, тем не менее. И общая ценность 13 тысяч. Неплохие показатели для Роума. В то же самое время Акс, который отстоял харду, всего лишь 7.
Бистмастер нашелся себя в игре, да, то есть у него был 9-й уровень, он плохо себя там зарекомендовал, но тем не менее купил себе под конец игры Блинкер, но это было под конец игры, когда уже стоило, как бы все товары падали, и у него других вариантов не было. Не дособирал Огрмаг себе Аганим, но я думаю, что все-таки надо иногда Blade of Alacrity не брать, а брать какой-нибудь Ultim Orb. И, собственно, в этой игре, наверное, бы Аганим не порешал. Я благодарен всем за то, что смотрели эту игру, за то, что подсказывали нам. Подписывайте на наш канал, вступайте в нашу группу. Ведите себя прилично, обращаясь к обеим командам. И все пусть у вас будет замечательно. Всем бобра. Большого, красивого, мохнатого бобра.